Всем здравствуйте, дорогие друзья, и с вами, как всегда, я Рассел. И сегодня бы я хотел поговорить с вами о одной вещи. Как вы знаете, меня долго не было на канале, я не выпускал ни видосы, ни стримил, ничего. Это было в связи с другой игрой и также в связи с телефоном. Так вот, я, можно так сказать, забросил Brawl Stars. Я немножко так поиграл, мне тут чуть-чуть попадало, смотрите, вот такого. Ну, типа, не сильно много. На Барле я там скин купил. Ну, это такое, неважно. И на Динамайка. Это неважно. Мне выпало две легендарки. Макс, Бе. Ну, и там еще, может, кто-то выпал, я уже не помню. И вот, я хотел с вами поговорить о том, что я ухожу из Brawl Stars, но я буду иногда записывать видосики по Brawl Stars, чисто чтобы поддерживать и тему канала. Я ухожу в Samp Mobile. Я на данный момент уже играю месяца 3-4, наверное, все-таки 4 месяца играю, на проекте Murder RP. Как по мне, это самый лучший проект на Android, так как там РП есть, и там интересно. Там тяжело деньги зарабатывать, но типа можно подняться даже за месяца 2. Но я сейчас работаю в ПД, это полиции, и развиваюсь пока в этом направлении. Думаю, буду пока в ПД, не буду никуда уходить. Не хотелось бы уходить никуда. Ну вот, это все, что я хотела вам сказать. Скоро будут видосики по Мордору вместе с Пэлманмен и другими ребятами, возможно. Ну все, на этом я хочу с вами попрощаться. С вами был, как всегда, Рассел. И всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Всем пока-пока. Yeah,